небо, восемь кроп-кроп, это близко. Мои деньги оп-оп-оп-оп-оп-оп. Предлагали здесь, я забрал здесь платье, этим я стал всему виной. У нас англичанка, короче, прошла, типа, войну, она воевала там в каких-то запретных войсках. Я не ебу, но она нам об этом на уроках говорила. Вот. И, короче, она такой человек, который, очень злой на уроках. Но иногда бывает пиздец добрым. Вот. И, короче, у нас английский практика была. Ну, а на практике нам всегда пизда. Вот. И получается, что мы ждем эту практику ебаную. Вот. И чел говорит один. Типа, давайте съебем с ее пары. Мы все это поддерживаем, типа, ну, нахуй, типа, ну, двойки получать, да? Ну, никто же не хочет, блядь, ту, блядь, чтобы ему, блядь, в журнал ебнули. Ну, вот никто. И, короче, всем классом мы решили съебаться. Но нужно как-то, ну, придумать, получается, да? Как съебать. Грамотно. Самое главное, грамотно. Ну, типа, умом надо. Вот. И мы взяли, блядь, расписание. У нас там как... Вот, например, я вот сейчас... Ну, нарисую. Вот, например, вот есть вот такой вот квадратик. И тут написано английский, там вот это все. Вот. И сверху у нас был, типа, вот здесь вот, второй... Ну, перед этой парой, типа, еще один урок. Но там еще первая пара у нас был... У нас было этот... Ничего не было. Вот. Мы этот белый квадратик берем, которого ничего нету. Переставляем, блядь, на английский. И типа идеал, фотошоп. Все. Как бы, ну, не должно быть претензий, да? Вот. Подделали расписание, короче, да? Вот. И что? Все хотели съебаться уже. Все. Мы спрашиваем, кто, ну, кто съебывает, да? Ну, на проверочку, так скажем, вас. Ебаный в рот. Вот. И, короче... Спрашиваем. И тут доходит очередь до двух нахуй дебилов ебаных. Даже до трех, блядь. Которые, нахуй, этот... Не хотели съебаться. У них спрашиваем, почему. Они говорят, ну, бля, не знаю, нахуй. Ну, не хочу я, блядь, съебывать. Ну, мы, типа, говорим, ну, вся аудитория съебывает, типа, вся группа. Почему вы не хотите? Вы же наш подставляете. А им похуй. Ну, прикиньте, да. Сука, хотят учиться они, блядь. Не, ну я не осуждаю, конечно, просто, ну, как-то группу всю подводить, ну, такое себе, если вся группа съебется, то нормально, вот. Ну, мы, короче, съебались, вот, быстренько вышли из кабинета на переменке, хуяк, съебались, вот, и пишу я этот, ну, на остановку уже пришел, получается, стою с друзьями, вот, и в группу англичанка пишет, типа, вы где, блядь, у вас пара, нахуй, быстро все в кабинет, сначала спокойным тоном, да, потом уже, получается, что, она уже начинает орать, вы где, суки, блядь, там, типа, такое, я вам, блядь, двойки сейчас поставлю, если не вернетесь, вот, и она... Нам пишет чел, она меня за руку поймала, англичанка. Мы пишем, а как она тебя поймала? Ну я, блядь, самый последний уходил, нахуй, он говорит. Ну и типа и все, она меня за руку поймала и привела. Вот. Мы показываем ей это расписание, ну типа они скидываем ей расписание в группу. Она говорит, что за расписание, нахуй, типа того. А, вот, типа подделанное или не подделанное. И мы с пацанами стоим и говорим друг другу, давайте не отвечать, давайте не читать ее сообщения, типа не знали, типа заняты и так далее. Вот, и что, она говорит потом, типа, вот вам сейчас выставлю двойки нахуй, и кидает фотку с журналом, где, блядь, колонка вот так вот, блядь, два нахуй, вот так вот просто два нахуй, всем, блядь, просто всем нахуй въебало два. Ну, ладно, еще, ну, типа, справедливо, окей, мы съебались с парой. Вот, я ей пишу, типа, у меня справка. Ну, типа, я, типа, умный, блядь, дохуя, типа, я, типа, могу наюзать справку. Вот, и, вот, ну, юзанную справку такую небольшую, типа, на одну пару проебал, да. Вот, и, короче, на следующие 5 минут она говорит, типа, то, что, бля, я вам сейчас, блядь, давай поставлю, еще я на вас докладную нахуй напишу, на всю вашу группу ебаную, и 5-й парой в субботу поставлю вам английский, блядь. Мы такие, нихуя себе, дистанционно причем.
Мы такие, ну ладно, нам похуй, типа, ну дистант, ну дистант, блять. Она его все равно нахуй не проводит. Так и не провела, кстати. Так и не провела, наебала. Наебала. Дистанта не было, нихуя. Вот. Ну а чё, я прихожу потом в шарагу. Вот, и этот... Показываю ей, типа, то, что справку у меня сегодня. И так далее. За то число. Она говорит, ладно, все хорошо. Ну я такой, ну ладно, все заебись, двойки нет, все охуенно. Типа... Надо умом брать, понимаете, и связями. Умом и связями, ребят. Без связей, ну, как бы, сложнее в жизни, так скажем. Очень сложно. Вот.